В Ульяновске сквер на Среднем Венце приводят в порядок. По словам горожан, гулять по нему теперь одно удовольствие. В этом году выполнен первый этап благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Региональный Минстрой и жители регулярно контролировали ход работ и сегодня с удовольствием показывают сделанное. Сделаны были велодорожки, тротуары, опоры освещения, подготовлены площадки для установки лавочек, потому что лавочки и малоархитектурные формы, игровые площадки, вот за моей спиной в частности, будут установлены во время второй очереди в следующем году. Кроме капитально отремонтированных тротуаров, сквер обзавелся новой отдельной велодорожкой. Теперь велосипедисты и пешеходы не мешают друг другу. Правда, знак въезда на этот путь скрыт в ветвях, и не все велосипедисты его замечают. Но в целом все довольны. Здесь чисто, есть где гулять и пенсионерам, и детям, где замечательно. Практически восстановили старый асфальт, который был 50 лет назад. Поэтому я не понимаю вот этого неудовольствия. Ах, закатали в асфальт. Замечательно. Дождь прошел, чистота, красота, природа замечательная. Так что все хорошо. Я гость города. Я вообще из Новосибирска и в Ульяновске живу с апреля месяца. Я в таком восторге от города. Город ухоженный, чистый, цветы, вот вообще вот этот вот подход, что везде цветы, вот то, что вот этот вот сейчас парк, я тоже ждала, когда его откроют, но сейчас немножко была в отъезде, опять вернулась, я в восторге, я вот хожу, не могу прям по два раза за день. В следующем году планируется установить малые архитектурные формы для украшения пространства и обустроить досуговые детские и спортивные площадки с резиновым покрытием. Объем вложений в реконструкцию составил порядка 16 миллионов рублей. Следующее место, где среда стала комфортнее – смежный двор домов по адресу Брюханова 1 и 2. Грязь, тут машины все время стояли. И, как говорится, грязи полно было очень. Мы с детьми не могли ни на велосипеде кататься, ничего. А сейчас дети прям рады, и мы очень рады. Нам очень нравится двор. Да вот они здесь гоняют. Мы такие довольны. Они на самокатах катаются, как раньше мы. Ну, раньше у нас не было самокатов. Колесо котишь, вот это самое. В ремонт двора вложено 4 миллиона рублей. На них положили новый асфальт вокруг дома, сделали подъезды к дому и к мусорной площадке, новую лестницу и ливневку. На очереди сдача остальных объектов, на которых произведен ремонт в рамках нацпроекта. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.